Сколько подпинчиков у меня? 23! Так, лейтенант Чак там написал номер. Йоу, what's up? Это лейтенант, мать его, Чак? Да. Йоу, слушай, чувак, это Джером, которому ты лицензию делал за спасибо нахер. Слушай, есть одна тема, чувак, с тобой поговорить. Так сказать, по твоей службе. Вот как всегда вовремя звонить, аж так поздно. Ну, чувак, как только освободился, сразу тебе набрал. Я понял, давай. Давай где-нибудь в безлюдном месте. Сам выбери место. Кинешь геолокацию. Где старый, не пойму, Уолтер. Вот. Yo, Walter, what's up? What's up? Чё, как? Как? Никак, меня... Подожди, дай я поговорю. Ты где, чувак? Ну нахуй, суицид, да? Да, я слушаю. Чуваки, вы с БМФ, реально? Да. Сейчас занят немного, потом позвоню. Алло, там нахуй с Версайдом, а то пока нахуй. Ну ёпки ебаные. Что это за ебланы? Ой, бля. Ой, блядь. Надо флишки звякну. Йоу, старый, what's up? Джером! Йоу, за что у вас там случилось? Вот ты с Уолтером? Ты Джером, мать. Я, да, со старым. А что такое? Кинь, чувак, гео, я подъеду к вам. Да мы на департаменте, нахуй, это. На каком? ЛСПД. Давай, еду. Давай, тебе сейчас еще местоположение, кстати. Давай. Ты же не местный. Сам-то ебать какой местный. Бля, не туда поехал, сука. Реально не местный. Бля, реально получается не местный. Лосты, да, в банке стоят. Как он долго кидал. Ёбаное местоположение. Блять. Как, сука, включить? Плюс-минус помню, куда ехать. А когда не помнили, блять? Вот, блядь! Да ну нахуй! Ёбаный в рот! Ебать, на чём просто подскочил? Блядь, да что за хуйня? Блядь, что с машиной стало? Она вообще не управляется. Блядь! Просто пизда. Дороги убитые, по-любому. Не машина виновата и не водитель. Это дороги всё. Посмотрите, ну посмотрите на эти дороги, ребят. Реально по льду, смотри. Ну, блять, хотя это Escalade, хули, он тяжелый. И чё, блять, где они, нахуй, не понимаю. Йоу, старый, ну я тут, у департамента, а вы где? Сейчас, старый. Скуточку. Чё, блять? Вот, входа. Бля, ну ты еблан, чувак, спросил же нахер, какой департамент, сказал, там... Я тебе отправил место. Да, чувак, ты сказал, там, где это, не работает твоя ебаная геопозиция. Положение, как это не работает? Бля, а ты где? Чувак. Ну я на другом департаменте вообще нахуй. Блять, вот сука, тип. Спросил же, там, где лицензии получали? Да, там, где лицензии. По итогу нихуя не там, где лицензии. Так, надо, кстати, артистам позвонить, потому что там по музыке есть уже вариант. Йо, what's up, JJ? Да, я... Йоу, слушай, чувак, чё там? А? Кто это, чувак? Джером, чувак. Чё за Джером, чувак? Ладно, чувак, позвоню тому, кто хочет делать бабки на музле. Давай. Йоу, да. Алло, Джи, нахуй, на связи? Йоу, это кто звонит? Сэп, чувак, это Джи, мать его, Джей, бро, чувак. Так, чувак. Йо, ты хотел пообщаться, как я понял, или что там, связь оборвалась, что-то в моем. Да хуй знает, чувак, я-то хотел пообщаться, ты, походу, нет. Не, чувак, я такого тебе не говорил. Йо, чё, где словимся, мэн? Йо, чувак, подъезжай на студию, и если Big Money Call 808, чувак, с тобой тоже его бери. Окей, давай, чувак, сейчас позвоню ему там, как чё, я тебе отпишу, отзвоню. Давай. Тебе Роману надо позвонить. Усап, чувак, слышь, хорошие новости для тебя. Короче, юрист уже на днях будет в городе. А? Заключим контракт и можем выставлять ваши треки на площадке. Что-то еще есть новое? Да, два трека еще. Все, заебись, чувак. Сейчас я тогда освобожусь и, может, подкатишь на студию, заценишь? А, да, давай.
Да. Давай, мэй. Заебись. Зоебись. Не заебись, а зоебись. Тут где-то заправка была. Блять. Как я заебался. Нахуй надеюсь, что это заправка ебучая. Взять сопло. У меня какая-то хуйня, вы видите? Не, блять, в движок? Может быть, заправлять. Пить канистру просто. $400. Да охуеть можно. Чё мне сделать-то, ёбаный в рот? Я не понимаю. Как мне заправить ебанутую эту машину, блядь? Не понимаю. Эта канистра пуста. Ты ебанутый, что ли? Да идёшь нахуй! Блядь, что происходит? Я не понимаю. Почему вот канистра работает, а эта залупа нет? Джером, ты заблудился? Да, блядь, ебаные ваши в Либерти, ебучие, нахуй, полувыебанные заправки, чувак. Сейчас заправлюсь и еду, нахуй. А, давай. Фу, давай еще раз. Взять сопло. Ну, вы видите, нету ебаного этого. У меня только вот багажник. Мразь ебаная, нахуй. В смысле, пуста, блядь. Бля, просто косарь заправить тачку. Это что за рофл? Мегаполис, хули, цены того рот ебал. Мразота, если ты сейчас не заправилась, я тебя выебу в рот. Просто в глушак нахуй напихаю. Ура, блядь! Сиську царапал нахуй. Блядь! Какого хуя меня вообще по парку ведет GPS? В сопровождении меня поедем. Я запою меня крики с ними, да. Блядь. Жиром, блядь. Усап, чуваки, чё у вас тут? Отсюда. Ой, блядь. Чё было? Я пошёл нахуй, Джером, со своим... Берсайдом нахуй ебан, бля. А чё стало, чувак? Да поехали мы со старым дела делать нахуй. Угу. Купили фургон, наварили мета. Всё? Да? Довольны, да? Поехали, ну. Телефоны, блядь, у нас нихуя ни у кого нет. Нас наебали на 5000 какой-то уебок на этом нахуй, на мастерской. Бля. Что у старого тачка сломалась. Ты, кстати, тоже, блядь, движок это всё проверял, а то давно. Угу. 5 тонн. Угу. Еще и дерзит, блять, мразь ебаная. Там такой, знаешь, гнусавый хуйсос, если ты понял, блять. А чё с версайдами, чувак? Версайдами, ну чё, подъехали там, блять, бог он, как всегда, весь горит, везде перестрелки. Видим, пареньки какие-то, нахуй. Один в машине, ну подъехали пообщаться. Что к чему? Один вроде нормально начал, ну, общаться. Тот второй пиздюк подходит, говорит, а вы чё откуда, нахуй? Говорю, ну, с Манхэттена. Record Day Studio, BMF. А, ну, what's up с версайда, нахуй, и просто нам бам-бам. Вы тоже, чуваки, нашли, где, блядь, встать, да, пообщаться и сказать, что вы с BMF, нахуй. Да хули нам, блядь, стесняться? А в чем проблема? Ну вот, чувак, вот где. Ну вот. Так это из-за чего-то ведь, правильно? Ну да, чувак, из-за того, что они долбоебы. Только поэтому. Ну, блядь, чувак, естественно, нет, нахуй. Старый, он прав, они... ну там долбоебы, реально, ну. Чувак, правильно, ты бы знал, да, что было в парке, нахер, центральном, когда Тарик им предлагал, ну, бизнес. Я этих ребят не видел, значит, понимаешь? Я не знал, что они оттуда, я хуй пойми, как их, блядь, ну, отличать. Потом ебланы, сайта, да, чувак, какие? И там, блядь, ну, с этого, с Тюдера, нахуй, вот, пацаны, а кто, блядь, еще, нахуй, там, вот эти спенниши, блядь, и... вообще, я хуй поймаю, понимаешь? С таким успехом просто никому нельзя в охо не подъехать и что-то, ну, блядь, ну, ну да, не повезло, ну, им пиздец, что понять. А что твои, понять, чувак, мальчики? Что там мальчики? Мальчики мои, у моих мальчиков проблемы немного, ну, пока что, увы. Полиция Либерти, я так их люблю. Поедем сейчас, чувак, на встречу с грязным, мать его, копом. Не ебал этих копов, хватило нам на сегодня, блядь, уже. А чё, чувак? Лейтенант Севериков, как тебе? Кто? Севериков, блядь. Севериков? Он старого, чтоб ты понял, моё. Нас в департамент повезли, знаешь почему? А? Чтоб, блядь, спросить, будем ли мы писать заявление, нахуй. А мы ехали старого, да, на заправку заехал. Он чё такой заёбанный? Понимаешь? На заправку, ладно, я, он, они еще в разные дачи нас посадили, я с одним поехал, а он, мы там, блядь, большой ДТП, ты понял, попали. Йо, чувак, а то, что вы наварили, это где вообще все? На складе. Да? И что, дохуя, да, прям наварили? Не знаю, там старый по своим связям, ну, дойти нашел, пока на первое время, понял тоже. Mm-hmm. Йо, старый, ты че за ствол взялся? Ты за лейтенантом Свиренковым, нахуй, или как его там?
Чё там, как тебе лейтенант, нахуй? Заявление написал, чувак? Заявление написал. Ты его валить поехал, чувак? Да, я сейчас... Йо, старый, стой, стой, стой. Поехали. Стой, стой, погоди. Чё там по себестоимости, раз вы варили одного пакета, не посчитали вы? Себестоимость хуй знает, но в районе 120 можно отпихать, короче, понял? Йо, чувак, мне тут как раз коп, нахуй, подставной метку кидает. Чё, поехали? Погнали. Ну, отнес, пообщаться, все, пообщаться, да, чувак, с ним надо. Пообщаться? Отлично. Он как вообще? Это чувак, который нам лицензии делал за побрякушки наши. Старая гвардия, мать его, рвется в путь. Йо, старый, да ты нихуя не на 70 выглядишь, максимум на 19. Так, старый, только смотри, сразу его нахуй не расстреливай. Короче, давай, если он что-то выебывался, жром, ты один сам иди. Если какая-то хуйня, то руки подними просто нахуй, мы со старым работаем. Да не, это... Чувак, он уже засветился в грязи нахуй, поэтому я не думаю, что он будет выебываться. Им похуй, похуй, понимаешь, ребята, похуй. Ну окей, чувак. Вообще, да. Он на тебя все светит нахуй, что ты сам взятку давал. Так, у нас же там, я правильно людям говорю, скоро 25 новых альбомов, да, там уже Джером на подходе? Да-да, чувак, именно 25. Столько. Ой. Все? О, ой. Че? Спасибо, старый, да. Да, блядь, иди нахуй со своей... Да иди нахуй, чувак, я за рулем сейчас въебусь. Это точно мы, блядь, ну, с легавыми нахуй, или че, че это нахуй вообще? Да, чувак, иди, общайся. Пойдем. Йо, what's up, чак, нихуя у тебя тут банда, слышь? Дриллеры, мать его. Йо, пойдем переговорим мы один на один. Йо, короче, чувак, есть одна тема, в которой ты мне... Только ты, чувак, мне можешь помочь. Короче, смотри, чувак, есть одни типы, скажем так, которые перешли дорогу мне. Вот, и они, чувак, гасятся, гасятся. Ну, они видят, чувак, когда проезжают тачки, да. Сразу начинают гаситься, чувак. Вот, есть имя, фотка этих типов. Нужно их, чувак, привести. Что с ними будет, за это можешь не волноваться. Скажем так, пакеты от KFC я всегда сжигаю, нахуй. Шаришь, о чем я? Ты уверен, что мне это нужно? Чувак, не просто так же. На одной земле ходим, чувак. Что-то тебе понадобится, позвонишь мне, чувак, я тебе с этим помогу. Когда, например, ты не сможешь своими методами это сделать. Шаришь? Я понял, давай поподробнее, что за люди, что сделали, что надо сделать. Чувак, просто нужно их задержать, потом позвонить, подвести, вот, например, сюда же, чувак. Мы их заберем и будет все охуенно. Это все, что нужно, чувак. Потому что, ну, если они увидят копов и коп им скажет, нахуй, встать лицом к тачке, я думаю, они не будут... По крайней мере, сразу хуярить, как они это делают с обычными людьми. Шаришь? Посмотришь? Слушай, я смотрел, у вас номера Лос-Сантоса, да? Угу. В Либерти как давно вы? Ну, пару месяцев. Пару месяцев, ладно. В общем, в Либерти немного принципы другие. Я себе одолжение с тебя должу. Должок я убираю сам. Окей, чувак. Всю договор тогда скинешь, все. Сроки тогда я тебе точно не говорю, там посмотрим дальше. Окей, когда, что будет? Главное узнать, живые нахуй они, может они уже сдохли, потому что они гасятся очень сильно, чувак. Договорились, скину тебе в течение минут 10-15 на почту все. Давай, давай, жду. Давай. Давай, где чуваки, писал. Что это за кончиды блядей? В смысле? А что стало? Легавые, что нахуй? Да я вот подошел машину посмотреть, и мне говорят, отойди от тачки. Смотри, дади. Самое главное, что он согласился. Если он это сделает, то будет охуенно. Давай, въебись. Ой, ой, хорошо, ой, ну как, блядь, вообще хорошо. Блядский, нахуй, ой, блядь. Ну, чувак, ебланы в Либерти, нахуй, ездят, не умеют. Не то, что ты, может, похуже на твой сковой, давай на нем сделаем, смотри на него, блядь. Да при чем здесь это, чувак? Номера, мать его, 7 BTR, мадафака, жаришь, чувак. На таких нельзя, чувак, суетиться. Знал я одного, у меня был хоуми, его звали Юджин, у него были тоже BTR. Юджин, мать его? Да. Он увлекался, чувак, военным делом? Он увлекался музыкой. А, чувак, он музыкант. Оркестр был у него свой? Да, у него был свой оркестр. Юджин оркестровый. Гало таком. Он сербий. А, сербий. Чё, не бросать тебя? Ты просто не видел, понимаешь?
старый, вот это, знаешь, ну, ему коп задает, а я знаю просто его повадки, он когда кивает, то так вот, я говорю, что ты киваешь? А я 30 минут, пока вот срался в наручниках сидел, чё, блядь? Чего? Привозят департамент, я говорю, думаю, чё он не общает, только кивает, кивает. Он говорит, это я у этого сына в ляде машине. 30 минут сидел на ручниках, пока он срал. Да ну нахуй, чувак! А вот он думал, а мы приехали сюда, он говорит, вы заявление будете писать? Нет, а не всё. Он его просто, чувак, 30 минут в тачке держал и спросил, будет ли он писать заявление. И машину теперь тебе отдает. Бля, чувак, я заправиться. Давай. Хотя не, нормально по бензину. Вот там кто идет? Это кто идет? Поехали. Чувак, да ну нахуй. Чё? Ты чё? Всё порядок, поехали. Он из Версаи, чувак? Я хуй знаю, был похож на копа. Бля, пиздец ты, чувак, просто какого-то нахуй. Пришёл на сиськи посмотреть. А чё он уходит? А чё он уходит от нас? Конечно, я с ним здороваюсь, я на уважительный догест. Пришёл чувак на сиськи посмотреть, ты его просто замаслил. Да ну нахуй, чувак. Я в аэропорт, я к сестре, я был именно крикнул. Бля, чувак, ну ты зверь нахуй. Вот это сначала, второй попозже перекину, послушаем. Так, ну чё, готовы, чат? Столько стволов в этом черном кисе бесит. Деньги улетают на ветер. В Мемфис дрянит, сучка много пиздец. Жизнь растворяет бокал Бенстрит. Тачка не едет так быстро. Бенси кореш без бабок сольется и слезет. Куда ты поедешь в конце? Тезис, душа посылает тебе ебаный месседж. На тебе трукотлы, почему же ты чужой? Бабок много, но тебя респектуют лишь тупо. Легаши, это дрянь, продают себя за нал. Имеет место быть, как будто нет. Море слез, да виск в ушах. Ты разойдился, чуть там голоден бой. Сейчас вижу ха за мной. Ой, наскоты я, будто слепой. Каждый джи на месте. Да хорошо. В эту болото, ты не ногой. Появился и сразу ногой. Ой, бустер браун, бусти нам, бусти нам. Бустилка, ой. На каждом районе я в домашних тапках. Передвижение только реально в тапках. Я двинулся сразу в дамках. На дабсте я неуловим. Нео, матрица фильм. Эй, твой братан испуган, воздухан. Потерял нить разговора. Войны называй трое. Чё, как тебе? Заёб какой-то. Чувак, охуенно. Не-не, чувак, охуенно. Поначалу мне не так сильно нравилось, но потом вот Роман залетел. Блин, чуваки, ну я просто жарите, ну это бабки. Ну надо, надо известность, известность. Чувак, чувак, так-то. Ты как Изи И нахер. Знаешь историю Изи И? Чувак, да. Когда NWA еще не было, это он, чувак, вкинул на аренду студии, мать его. Хотя рэпом он вообще нихуя не занимался. Во-во-во, это вот, чувак, ты, самое, ты как И, мать его, Изи, мать его, И, нахуй. Да, ты чуваки, охуенно. Охуенно, чувак, сейчас следующий. Реально, ты чё начинаешь? Так, следующий закидываю. В прошлый раз не заметили почти, что ты вместо меня читал. Это, ты же мне сказал, въедь крыло, отдашь квартиру, нахуй. Вот и зарабатывай теперь не на квартиру, нахуй. Ладно, чувак, я... Сейчас всё запишем. Давай, сука! Голди, холда, бой на мерсе. Беги в интересе, интерес без лишки стресса. Делай дела свои, не думая о весе. Только бабки в его портмоне дают симблесса. Иногда стирает на границе. Когда у сладких шауки трясутся ягодицы. Охуенчик. В другой руке кокос. Попы не решаются встревать его нервоз. Ведь в башке давно забыты рамки. Он стремится утереть папашину с догалки. Сделать кучу бабок и свои.
свалить куда-то вдаль. С милой девушкой валяться и бухать коктейль. Доза на шприце с иглой сидит с рождения. Его вены повидали виды заражения. Героин, кокаин, мефедрон хмурый. Без укола не проходит день всей фигуры. Ради смеха он решает разъебать структуры. Федерал, криминал, также префектуры. Копы, опы, врачи и патрули. Все бежали в ужасе от данного УДЖИ. А у Романа огромные проблемы. Власти дохуя настолько, что трясутся стены. В страхе он держался подноготную в Румынии. Двигал свое дело, не глядя в глаза унылые. Бывших браза, друзей и подруг надавал он пизды, подписав всех под круг. То ли ады, то ли боли, то ли крика, то ли крови. Ему интересно лишь пиздатые фумбои. Не видит перспективы в непроверенных делах. Он поступает мудро, доставая из кармана глаз. Без прикола так, он стреляет прям в ебалобах. Перетирает в прах, после все закидывая в кадиллак. Словно в олдке ноль, ига выстреляет спину, бро. Но ему все равно, Миша Малыш. Все равно. Да, с ГТА мало связи. Давай, мудак, теперь ты читай. Копы, опы, сучи движения. Молодое стадо, без уважения. Мед хмурый, барыги валят. Молодых и старых, зараза травят. Не тяни руку, ты мне не Броуди, я не Зак. А ты вроде не Коди, и братаешься со мной, ты не въебаться. Твоя судьба лоха, не поменяться. Когда в кармане вес, ты весь на стрессе. Потеют руки и все лицо. Немного зачесалось мое правое яйцо. Девчонка, теребит, бит на репит. От этого хип-хопа мой мозг кипит. Качается башка, это слаппи-таппи. Ты не торопись. Ты хотела не торопиться, но волны настельного я испарился. Адьос, буэнос ночес, аривуа. Я торохнул и испарился. Охуенно, чуваки, охуенно. Мне кажется, одна это. Юрист, проблем. Чуваки, на днях прилетает. Если не прилетает, нахуй, просто электронный контракт сделаем. Самый простой для начала. Вот. Процент, ну, такой же, как и у всех, 80 на 20. 80 вам, ну, и 20 нам за продвижение и так далее. Короче, день-два, если он не прилетит, сделаем вам все, электронный заебись, просто заебись. Контракт. Все. Ну, все, главное, что это будущее есть, то есть мы больше за это волновались, блядь. Да, чувак, будущее есть, чувак, это звучит лучше, чем, блядь, нахер. Большинство дерьма, которое приходится в день слушать по несколько раз, блядь, которые приходят, это чувак, двух мой. Слов не могут связать. Да, я с вас столько, но не 50 цент. На Making Cash мы тут делаем акцент. Extended clip сейчас в моем глоте. Убьем тебя мы быстро, потом спустим по реке. Послушай сюда, ты чертов молодняк. Свечу тебя я ком, и забью в косяк. Ты родился петухом, орлом тебе не стать. Собираешь семечки, подсолнух твою мать. Южная Америка, а глазки-то кореется. Твой тон коричневый, похож ты на индейца.